Похоже, ты это убил. Ого, а это что? Это не наше дело. Соберись. Они убивают светлых эльфов. Это война. Ее финал. Эти проиграли. Я его уложу! Ничего не делали. Будут еще. Кто-то сказал? Нет. Ну, мы хотя бы ближе к свету. Что, это Синдри? Что сказал? Я молчал. Правда? Ну ладно. Мать говорила об этом мире. Немного. Только то, что эльфы вечно сражались за свет. И потому они здесь заперты. А? Я ничего тебе не говорил. Странно, мне показалось, что ты... Что с тобой? Голоса! Ты их не слышишь? Ничего не слышу. Теперь стихли. Они все кричали. Целая толпа, злая. Ты правда ничего не слышал? Нет. Они... Злые. Смотри, может, поздороваемся? Нет. Вдруг им надо помочь? Они нам не помеха, так что не стоит тратить время. Но... Нас их дела не касаются. Погляди, наверное, это и есть храм. Жаль, эльфы не могут все уладить. Альфхейм прекрасен. Синяя дверь. Наверное, это вход. Идем. Осторожней. Что они делают? Мост исчез. Они накрыли этим кристалл. Зачем? Чтобы не пустить подкрепление. Yes!
Вроде что-то получилось, кажется. Почему они нападают на нас? Потому что мы чужаки. Стой! Если сложить вот так, похоже на руну. Это бессмыслица. Идем обратно к лодке. Жаль, эльфы не могут все уладить. Альфхейм прекрасен, но война уродует его. Хватит. Истории прибережем для корабля. Соберись. Отец, столбы и кольцо складываются в руну эльфов. Что там сказано? Без меня или во мне только смерть ты найдешь. Но со мной внутри жизни свет обретешь. В общем, это вода. Мальчик! Это снова голоса, но уже другие. Это были не злые. Они просили им помочь. Мы пришли за светом. Мне плевать, кто они и чего хотят. Да тебе на все плевать. Хочешь что-то сказать? Нет. Что это? Ого! Что мы нашли? Отец? Да? Те голоса. Их было сложно разобрать, но я уверен, что слышал голос мамы. Это невозможно. Но я слышал. Атрей, хватит. Этот другой. Какие рога! Назад, быстро! Это не к добру! Ничего себе!
коридор приведет нас к храму? Посмотрим. Но ты был неправ. Да. Я маму ни с кем не спутаю. Это была она. Ее больше нет, мальчик. И хватит об этом. Ладно. Тетива уже не поможет. Ты думаешь, ведьма жива? Плохо, если она погибла из-за нас. Она знала, на что идет. Ну да. Тут еще. Если обрубить часть, мост должен появиться. Точно. Они нападут. Ага. Прикрывай спину. Получилось! Мост снова на месте! Надо
подняться наверх. У них тут не только мосты. Может, эта штука нас поднимет? Синяя дверь! Мы у цели! Я никогда не привыкну ходить по потоку света. Дверь. Тут нет щели. Что? Это плохо. Эта дверь не откроется. Эй! Непонятно, зачем тогда тут дверь? Эй! Пошли, найдем другой путь. Это снова гном. Синдри? Сюда. Эй, как Синдри нас обогнал? Он и второй синий передвигаются быстро. Мы внутри. Ганатуя! Ну, конечно. Вон там, свет. Они накрыли его этой штукой. Но для чего? Смотри, светлый эльф. Что он делает? О, нет! За что его убивают? Он ничего не сделал. Откуда тебе знать? Ты видишь финал войны. Тебе неизвестно, что происходило раньше. Но он не защищался. Таков его выбор. У каждого он свой. Ищи, где войти. Сработало! Мосты появились! Иди за мной. Отец, берегись! Есть!
Это все? Пути восстанавливаются. Кажется, нам сюда нельзя. Тихо. Ты слышал? Будь готов. Держись рядом. Эй, а когда мы доберемся до света, как мы заставим его стать Беврёстом? Ведьма сказала встать в него. Когда? Когда ее выбросил из этого мира. А? Почему я не слышал? Думал о ее безопасности, а не о нашей цели. Отец! Тихо! Я держу! Где твой нож? Обошлось. Держись рядом со мной. Да я так и делаю. Назад! Свет! Да, цель уже близка. Но нужна осторожность. Ты понял? Понял. Будь готов. Когда начнет рушиться, надо будет действовать быстро. Прыгай! Ага! Берегись! Вот они! Встань за мной и прикрывай! Хорошо! Я расчищу нам путь! Ладно! Выпускай стрелы быстрее! Как же медленно сложнее скорости! Тут много целей, не промахнешься!
узком пространстве толпа сама себе мешает! Не отвлекайся! Пожалуйста, вернись. Ты оставила меня тут. Атрей. С ним. А он всегда уходит. Его никогда нет рядом. Я ему не нужен. И не буду нужен. Я не знаю его, а он не знает меня. И, похоже, не хочет знать. Я сильный. Я умный. Я не такой, каким ему кажусь. Я же лучше знаю. Он со мной не говорит. Не учит меня ничему. Лучше бы это он умер. Слышишь? Он, а не ты. Но я это не всерьез. Ты же знаешь, я его люблю. Просто хочу, чтобы он был хорошим. Я знаю, он может. Если он попытается, я тоже. Но если нет, прошу, вернись. Я знаю, что ты меня слышишь. Наделал! Зачем ты это сделал? Мальчик, твой лук. Давай-ка. По моей команде выпусти стрелу в камень. Сработало! Теперь можно возвращаться. Идем. Завалено. Вон там впереди световой кристалл. Надеюсь, он поможет нам выбраться из этого дурацкого мира. Yeah!
Я зажгу кристалл, если скажешь, откуда стрелять. Пора возвращаться наверх. Будешь везде его носить? Может быть. Смотри, синяя дверь, которая не дверь. И чаша песка. Ну как же я до нее доберусь? Лезь наверх, погляди. Я не доберусь до чаши отсюда. Не допрыгну. Подожди. Что мне еще остается? Теперь можешь достать до чаши. Ну да. Что это значит? Семя. Запомни форму. Ну, ясное дело. Давай. И муж, и звери, и яблоня. Все начинается с меня. Да, это семя. Глупый загадок. Все-таки это дверь. Отлично. Снова этот рогатый. Что ему теперь-то нужно? Он меня бесит. Он еще вернется. Ну вот, лодки нет. Она все еще на другом краю озера. Вернемся так. Нам точно нужно туда спускаться. А ты знаешь другой путь? Нет. И? Отлично, теперь я ничего не вижу. Свет есть, привыкай.
Апрелю, только скажи! Может, поднимешь его повыше, чтобы я видел, куда стреляешь? Стреляй на слух. Учись. Будешь таскать с собой этот кристалл? Если придется. Стреляй, мальчик. Я знаю, что делаю. Наконец-то! Можно использовать ту же чашу песка, что и в первый раз. Скорее бы выбраться. Yeah!
Grow, brother. Freak moon. Нет, не может быть. Что он сказал? Что мы сделали роковую ошибку. Мы помогли не тем? Я... Дай угадаю. Ты с умным видом скажешь, что не надо было влезать? Довольно. Пойдем уже. Ты помнишь ответ? Да, да. Сын, прочти, сын, что написано. Ты говоришь со мной только если тебе что-то нужно. Тебе есть что сказать мне? Я говорю, ты обращаешься ко мне лишь когда я должен перевести что-то. Была бы тут мама... Была бы твоя мать жива, нас бы тут вообще не было. Атрей. Забудь. Ладно. Ну? Она была тут? Кто? Нет, ее не было. Тебе-то, конечно, наплевать. А ну, прикуси! В свете. Мне показалось, что прошло совсем немного времени, если тебя это утешит. Я рад слышать. Правда. Ну, мы идем обратно в Мидгард? К черному дыханию? Или тут еще дела остались? Она так сказала? Я просто чувствовал то, что чувствовала она. Ее страх. Если повторится, скажешь мне. Ясно? Обещаю. Что теперь? Свет у нас в Мидгард. В одном и том же месте можно сойти с ума. Мы путешествуем, не делая ни шага. В чем дело, гном? Возле шахт Велунда работает один алхимик. Андварь. Если... Мне нужен этот алхимик, чтобы сделать для вас. Ты помнишь путь к черному дыханию? Конечно. Надо пройти по мосту к башне Ванахейма. А мы идем к черному дыханию? Или побродим? Мы уже видели эту статую Тора. Когда уплыли из пещеры ведьмы. Где пещера?
полдень, солнце вон там. Значит... Хорошо. Смотри, эти шесты покрывает магия ведьмы. Это сбережет нам время.